Макитра, так называется этот сосуд. Его создали из глины славянские умельцы. Говорят, поводом осуществить задуманное стала подготовка к празднованию 365-летия Славянска. Подарок решили сделать своими руками. Подготовили материал, печи и взялись за дело. Печь вот сейчас находится сзади нас, которая составляет объем этой печи 8 кубических метров. Это газовая печь, португальская печь. И эта печь обжигала это изделие при температуре 1200 градусов в течение 24 часов. Все это время создатели макитры не отходили от изделия ни на шаг. Говорят, были как на иголках. Глина могла треснуть, обгореть. Тогда пришлось бы начинать все сначала. А горшок не шуточный, говорят мастера. Его высота и диаметр больше метра. Чудо керамики появилось на свет всего за день. А вот на сушку сосуда ушло более месяца. Там каждые 4 часа замерялась температура внутри, снаружи, сверху, посередине, в центре и на дне. Вот это добавлялись парогенераторы, строились. Вот как здесь сейчас мы разобрали, чтобы показать горшок. Вот строились парники, вот подставлялись всевозможные спирали разных типов, видов, все, что можно было собрать. Самое сложное – это было его высушить. И сразу первый обжиг нас дал положительный результат, горшок вышел целым, нормальным. Войти в Книгу рекордов Гиннесса – не главная цель создания горшка. В день города Славянска 5 сентября его наполнят украинским борщом. Всего планируют сварить 1000 литров этого блюда. Получить свою порцию сможет каждый желающий на главной площади города. Злата Байрачная, «Панорама».